И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же на Генезисе, и сегодня мы пойдем охотиться на мамонтов. Я решил, что пойдем охотиться на мамонтов. Почему? Не знаю, потому что следующий в списке — мамонты на параде. Пойдем сейчас их встречать. Так, куда мы... И на ком? На ком? Естественно, на ком? Конечно же, на гиганта Питаке. Да, пойдем, конечно же, разбираться, что как где. Если что, у меня есть чем разобраться. Так, ну давай. Отлично. И снежный биом, без понятия куда. Ну давай, как обычно, на С-очку. Если не туда, ну, соответственно, я вам покажу, куда надо тпхаться. Так. Тпхнулись на эсочку. Давай смотреть, что у нас здесь. Шлеп. Естественно, вообще в другом конце карты. В другой конце карты. И это надо тпхаться. Да твою мать! Ну, опять туда же. Просто это надо тпхаться на... Где ты там, чтоб тебя собака... А. Тпхаться надо на НЕ, короче, и идти пешком. Опять, походу, в том же районе. Ну-ка, давай, Last Room of Location. Попробуем тпхнуться. Я не помню, куда я тпхался. Так... И где мы находимся? А, точно, у меня была миссия на кенгуру. У меня была же миссия кенгуру, а не с этим. Ну, кстати, вот, пожалуйста, это... Ах, господи, как это далеко. Ужасно, ужасно далеко. Ну, ладно, что. Запускай меня в космос, и я полетел. Собственно, это то самое место, где мы... стартуем за Ютиранусом. Да, немножко были, скажем так, приключения такие. Вот, после чего я чуть не сдох. Да. Но шмотки починил, так что стартуем. Стартуем, мамонты на параде. Гамба. Да. Ну, здесь по логике вещей нужно будет найти мамонта. Так как я запускаю днем, давай вырубать гамму. Я что-то опять протупил. Я запускаю днем. Вот. Хоп. Отлично. Ну так уже получше, да? Гамма 1. Вот это я понимаю, кайф. Опять нифига видно не будет. Так. Какую сторону ты мне показываешь на следике? Ты мне можешь показать на следике? Отлично. А, во. Огонь. Так, следик я вижу. Понять бы еще, в какую сторону он идет. Извините, но у следов мамонта непонятно, в какую они сторону идут. В ту, что ли? Ага, в ту. Отлично. Ну вот. Все-таки уже начинают сумерки. Вот тут тени, все дела. Все-таки найти будет легче. Поглядываю иногда на фероксов, но мало ли вдруг в упор найду кого-нибудь и буду томить, но вряд ли. Ну, хотя притомить идея неплохая. Может быть, и притомлю себе фероксов. А, вот это уже беда. Ага, во, вижу. Ну, кстати, да, вот так лучше всего будет тусоваться. Да, вот так уже намного лучше. Так намного лучше, я бы даже так сказал. То есть уже видно, что как где, куда бежать. А что самое главное, зачем. Так. Нет, обычный мамонт. Ну, здорово. Вы не шутите. А, вон куда ты пошел. О! И Тишкина радость, ну ты серьезно, такой жирнич. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну иди сюда. Слышь, махаться будешь?
Я не знаю. Ай, господи. Меня прикалывает это. Не-не-не-не-не, это не то. Не то. Вот эта кнопка, блин, я в кнопку попутался. Эй, слышь, махаться будешь? Собака ты сутулая. Легендарный предмет он меня поломал. Обалдежно. Обалдежно. Это ты что мне там поломал? Мне касочку поломал. Ё-моё. Да уж, рецепты здесь не дропаются. Рецепты бы дропались, вообще бы проблем не было. Ладно, погнали. У-ху! Да, это, конечно, не Ферокс все-таки. Урон вносит гораздо меньше. Ну, как говорится, а чё вы хотели? Но, справедливости ради, этот чувак у меня вкачанный в урон тоже не кисло. Так, обруливаем. Не, ну, надо уважить оппонента. Он очень хочет сражаться, поэтому надо уважить оппонента и объяснить, что он все-таки не прав в своих суждениях. Нападать на то есть как это, так сказать, более сильного оппонента, ну, явно не стоит. Так, кто бы говорил, нападая на тысячного слона. Но здесь мы можем себе позволить. Здесь мы можем себе это позволить. Что я буду делать на бетке, я не знаю. Альфа, понятное дело, я не пройду. Не, я могу пройти. Там пиу-пиу сделать ему. Но как вариант делаю пиу-пиу. Так, чтобы это все-таки пройти. Но... короче, не знаю. Так. Что-то я прокашлялся сейчас чутка. Как хорошо на записи, короче. Ставишь игру на паузу и пошел кашлять. Ну как пошел? В смысле это. И кашляешь. В кайф. Хотя я на стримах тоже выключил мыкр и все. Ага, вот сюда. Вот зас, где зас он зас. О, погнали, черные точечки, я вас вижу. Точнее, красные точки, господи, вот я вообще, короче, прям просто. Жирный, выходи на бой. Вернем обратно. Гамочку. Экс. Продолжить. Отлично. Жирный! Выходи на бой! Ну извините, это такая туша прям конкретно. Если его завалить, тут мясом можно запастись. Лет тысяч на 20, короче. Не, ну блин, реально дофига. Мясо-то в нем. Ну прикинь, сколько в нем мяса. Ну ж вообще. А, у тебя мамонтосы! Здорово! Здорово! Да ты хоть отчет серьезно что ли? Зачем я большого ударил? Надо сначала мелкого мочить. Нет, давай большого мочить. Воу-воу-воу-воу! На! По щам! Еее! Кто сильный? Я сильный, как. Бляха-муха! Пошел ты! Фрикатели, не подходи, я тебя завалю тогда. На тебя, собака. Ну что могу сказать, Киросата. А что у нас здесь дали? Не, ну понятное дело, что всякую гадость, ну так много всякой гадости понадавали, прям ух, огонь. Ну, я не против, пускай. Не, ну в целом, если так вот смотреть.
Ну опять пустынки очень много. То есть я на бетке, как вариант, буду получать пустынку. А это плохо. Я сейчас не туда тпхнусь. Я знаю, куда я тпхнусь. Я тпхнусь к телепорту. А это плохо. Это далеко идти. Так. Почему миссис бросилась? Чтоб тебя, собака. Отслеживать терминал, кстати. Не, так же нельзя перерабатывать. Ну и пошли бы. Где миссия? 700, ну ты серьезно? Да. Ну погнали. Обратно. Ну, а теперь погнали на бетку. Бетка, я иду к тебе, парад Мамонтов, Бетыч. Ай, здорово, камешек. А нафиг с того камешек тебе. Все шапки скинул в гиганата Питека. Надеваем их. Чтобы была хоть какая-то защита. Угу, других шапок нету, это она не наденет. Смогу, конечно, вот это надеть. Но поломается она тоже быстро. Вот такой вот у меня космонавт Никиша. Еее, погнали, вот теперь нормас видно. Причем гамма у меня на 1.8. Даже не дефолтная, так что все огонь. А это тут 20 левел. Шапки сейчас будет ломать мне, ух. Ну, пару ударов будет хотя бы меньше урона вносить, и то хорошо. Да уж, но шапочки с большой прочностью было бы неплохо тут таскать. Прям вообще, желательно большая прочность. Бронька такая среднего качества. А это, типа, починка кусок говна. И рецепт. Вот это было бы кайф. Я сейчас бы прям бы вот понадел бы там и пошло, поехало вот это вот все. Ну я сюда, жирнич! Я тебе сейчас... Так... Сколько по 225 бьет, а так по 3000. Ну кайф, пошел ты. Собака, он мне чуть гиганта Питека не завалил. Ну вы поняли, короче, здесь прям ток фероксина и раскачанная, даже на бетке. Ну вы помните, как я Юдирану свалил? Это ничем не лучше. Это прямо, я даже скажу, хуже. Не, ну не факт, что хуже, но еще та собака, короче, долбанная. Да, фероксина, короче, здесь однозначно нужен. Мощный, прокачанный, да уж, со статами, все дела, короче, я не знаю, что. Вот ты-то чё проснулся, придурок? Проснулся, вообще будет мне сейчас мешать. Серьезно, чё он бегал? Дурной. Ну да, да, вариантов нет, приходится вот так вот. А чё поделаешь? Чё поделаешь? Ничего не поделаешь. Ну это жесткие миссии, это прям очень жесткие миссии, очень тяжелые миссии, потому что, ну как бы, да. Ну, авось долетит. Прямо в сракотан. Ты смотри-ка, повезло чуваку. Ну повезло так повезло. Прям рядом с жопой пролетело. Так, не-не-не-не-не. Я с тобой уже постражался, я понял, что все плохо. Давай, короче, без меня. Ну нафиг. Эта тварь жирно меня опять разнесет. Я Ферокса уже потерял, я не хочу, нервы дороже. А Гиген Тепитека терять, ну вообще не хотелось бы. Вот, поэтому будем использовать такие читерные методы. Кстати, мне написали в комментариях, типа, что будешь проходить все миссии, там, типа, нужно что-то 58, что ли, миссии пройти на гамма босса.
типа, да, я сказал, я все буду вместе проходить. Ну, во-первых, я для чего прохожу, то есть я вроде бы и до этого говорил. Вообще, изначально я задумал все это дело проходить как заметки первопроходцев. То есть после там первопроходцев прохожу миссии, то есть прохожу карты после там первопроходцев. Вот. Так как тут уже следы первопроходцев закончились... Сейчас мы просто подготавливаемся, да, типа к арку, да, типа подготовка. Ну здорово, ну что ты там? А то серьезно что ли? Еще и встал там, скотина. Ну вот. И типа получается у нас сейчас вот жирная тварь, еще и вот скалолаз, блин, древолаз недоделанный. Вот. То есть я прохожу именно это. То есть сейчас типа прохожу обучение за этого, за выжившего. И типа подготавливаюсь к выживаниям в будущем мире, скажем так. Ну, по сути, это ж типа так оно есть. То есть я подготавливаюсь к выживанию в будущем мире. Ну, здорово, давай уже, чё уж. Давай так смахнемся. Вот. Поэтому выживший должен пройти все миссии, пройти все испытания, и уже тогда он будет готов к освоению новых миров, новых планет и так далее. Вот, то есть миссия это не просто так. Это, во-первых, то есть как бы в моей, так сказать, как это сказать, в моей вселенной это звучит именно так. То есть там проходит миссия. Ну, кстати, вот нормас уже, да, пошли легендарочки, но тоже, короче, что-то. О, магозавр, неплохо, неплохо, 155. Надо будет его, кстати, притомить уже. Тоже прикольно. О, да ну нафиг, рецепт на магмозавра. Да ты серьезно? Подожди, я седло магмозавра могу разобрать. Ты серьезно? Вот и сейчас серьезно. Сколько ты там стоишь ресурсов? Сколько я ресурсов получу здесь? Ну, четверть от этого я получу. Ну, то есть, как бы, дофига я ресурсов получу. Да уж, ну на магмозавра-то седло, ну и так хорошее. Да, прикольно, что сказать, что сказать. Ну почти ломал, кстати. Почти ломал, можно так сказать, что поломал. Вот. В общем, короче, в моей вселенной, скажем так, вселенной моей, в моей голове, это звучит, кстати, там, в другое место пришли. Это выглядит так, что я типа обучаюсь. И тем самым я, то есть, прохожу обучение, а обучение нужно пройти все курсы, понятное дело. Вот, иначе ты тупой. Вот. Поэтому, да, то есть, прохожу все курсы, прохожу все знания. А что касаемо того, что происходит на канале, это... Вот человек захотел посмотреть миссию, да, допустим, круче всех гор, да. А, круче только горы. Вот. И он такой вводит в поисковике, круче только горы. У него высвечивается. Захотел он, допустим, посмотреть вот эту миссию, да? Он вводит в поисковике название миссии. Я почему серию это называю под названием миссии? Потому что, чтобы человек ввел в поисковике, он увидел миссию. Ввел в поисковике, он увидел миссию. По крайней мере, что получается, то получается, того же будет видно. Как говорится, человек уже поймет, что нужно делать и что его ждет, какая жопа его ждет. А вот такие вот дела. Альфа я все-таки сейчас пойду, постреляю, только гиганта Питека, короче, на базу спрячу и даже альфа сейчас постреляю. Ну, тут, как бы сами видели, там, изи пройти мне. Сами видели, с чем я стреляю. Вот, читер на пушке, что поделаешь. Ну, уже бомбануло. От игры. Так что будем проходить. По фасту пройдем вот эту вот карту и приступим к Генезису 2. Ну а я на этом уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, конечно, делиться моими видео с друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.